Ну что, друзья, всем привет, с вами Коляныч, и добро пожаловать на канал Коляныч Плей. И продолжаю я изучать просторы Мексики, играя в Forza Horizon 5, режим вышибала. Поэтому пожелаю всем приятного просмотра. Ну а я снова начинаю свои, так сказать, понедельничные движения, да? Что сегодня будет, естественно, я не знаю в этой игре, потому что предугадать тут невозможно ничего. Всегда тут что-то новое, что-то интересное, что-то необычное, сверхъестественное, можно даже так сказать. Это ни в коем случае не будет преувеличение. Вот, и появился в своем месте новом, которое я для себя открыл. Посередине карты, плюс-минус. И тут обычно много точек дропа. Вот, есть один. Но пока я вижу только одну штуку. Volvo V60. Хорошо, берем. Автомобиль хороший. Так. И я уже в зоне. То есть в этом, собственно, и плюс появляется в центре карты, плюс-минус, что ты уже либо сразу будешь в зоне, либо будешь очень близко к ней расположен. Так, и вон там вот... Вон, смотри, дроп есть. Это он, да, за зоной, но ничего страшного, прокатимся. Может, там будет что-нибудь поинтересней. А может и не будет. Вот там, кстати, кто-то едет, и кто-то забрал... Это Porsche? Подожди, или не забрал? Просто с карты все пропали. Вот непонятно. С карты пропадают все. Так просто можно определить, когда с карты человек пропадает около дропа. Значит, он взял дроп. Так. Поехали, может, с паршивцем. Я так понимаю, это он Porsche забрал. Сразу, чтобы на шестерочку апнуть. Так, а зона, подожди, зона, зона, зона. Ну, может, фестиваль там какой-нибудь условный, да? А, не, подожди, чего? Это не то. Спасибо. Я уже думал, не начнется. Так, куда гонка? За пирамиды, окей. Вот пирамид мы знаем примерно проезд, да, вот где-то вот я должен вот так ехать, чуть левее нужно взять. И мы там спокойненько должны проезжать. Где-то вот, сейчас, подожди. Где-то вот, аккуратно. Понял. Не там, получается, я проехал, подожди. Да, я немножко промахнулся, нужно было вот там проезжать. Ну, ничего страшного, мы идем против жука первого уровня. Да, он нас уже не догонит. Если я сильно не ошибусь, конечно же. Так, можно немножко сократить. Главное на мостик тут попасть. Аккуратно. И смотри, ведет сюда. То есть, возможно, скорее всего... Тихо. Супер, это, скорее всего, что-то вот тут вот, да? То есть, возможно, мостик. Ну, в плане... Самый край карты, нижний. Может быть, что-нибудь другое. В первой зоне ведется в разные места. Так, Субару берем. В разные места, и непонятно, что будет дальше по поводу зоны. Так, ну а пока... Мы едем вышибать. Игроков, кстати, не так много, да? 29 игроков уже. Первое сужение еще просто не пришло. Поэтому, собственно, наверное, так и получается. Непонятно. Так, вот там кто-то едет. Мне кажется, поведет вот сюда куда-то. Я не знаю. У меня такое чувство. Так, вот что-то он уезжает. Не хочет гоняться, получается. Почему не хочет? Он, поехали тогда. Поехали тогда дроп посмотрим. Который вот сейчас где-то уже вот в этих краях должен появиться. Вон там вот. Ну или на развязке еще там появится что-нибудь может. Так, смотри, появился. По крайней мере, должен был. И да, что-то я вижу. Вон, 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 появилось. Поехали в эту грядку. Рассадник. Свежего дропа. Может, найдем пятерку, шестерку и уже
На более уверенных движениях поедем вышибать. Так, тут у нас что? Понятно. Мог и не гоняться, да, в принципе. Так, вот там еще. Ну, тут я не знаю, просто в какой последовательности лучше исследовать дроп. Ну, вон там, смотри, кто-то... Вот, десерт. Конечно, не суперский дроп, но... Что поделаешь. Так, и давай сейчас разворачиваться, сразу к сопернику ехать. Он просто к нам едет тут, подожди. Понял. Да не, куда-то туда. Ты не туда поехал, мужичок. Да. Ну, это логично было, просто тихо выворачивай. Так, против пентхауза челы едем. То есть гонка бессмысленна, на уровень выше автомобиль у нашего соперника. Так, тут есть смысл на дорожку выехать, подожди. Вот сюда вот, чтобы там сейчас через деревья не прыгать. И вот аккуратненько тут по дороге проезжать. Да, ну, не попал. Секунду. Все нормально. Не, он, смотри, он быстро едет. Он уже первый. Но сейчас он там пока прыгать будет. Мы тут будем аккуратненько проезжать. Через гору, потому что прыгать... Такая себе история. Вот, вот тут уже можно прыгать. И подожди. Тут, я не знаю, наверное, лучше по мосту. Как будто бы. Я лучше по мосту проеду, я не знаю. А, он там проехал, я тебя услышал. Я тебя услышал. Ну тогда все, друзья, давайте на следующую катку. Тут, да, уже все понятно. Все, следующая катка. Так. Попытался тут посмотреть еще, но что-то не очень получилось. Так, где появиться? Как бы главная задача сейчас. Ну давай, хорошо, давай появлюсь здесь, на своем первом, да, любимом месте, скажем так. Ну сейчас я вот проанализировал, да, вот гонку, которая сейчас была, и пришел к выводу, что я просто решил объехать гору не с той стороны. В общем-то, основная моя ошибка была, потому что я поймал челу на противоходе. Но он поехал бы по более правильному маршруту. Вот так вот получилось. Так. Дропа нету. Не слышно, по крайней мере. Но тут в окрестностях что-нибудь должно быть. Во, сзади есть. Сзади есть. И там есть. Подожди, давай посмотрим сейчас, куда я успею. Вблизи никого не увидел. Ага. Понял. Там сзади дроп был, но его сейчас уже забрали, поэтому поехали сразу вперед. Мы в зоне? Нет. Скорее всего, нет. Не, в зоне. В зоне, смотри. А, понял. Все окей, с зоны предельно все ясно. Да. Теперь главное найти просто хороший дроп и реально аккуратненько повышибать. Xbox 9485. Прикольненько. Туту? Не, вот туту были 40-90. Ничего себе. На опасных движениях получаются. Смотри, вон там дроп есть, его почему-то никто не взял. Поехали, посмотрим и узнаем, почему. А, нет, это в гонке, все. Я думал, берут просто дроп. Но нет, это чуваки в гонке тут просто. Так, и... Успел я, нет? Успел, наверное. О, Вольво, лучше Вольво возьму. Тихо. Понял. Блин, как меня раздражает, честно, вот эта вот скорость, которую я должен развить, чтобы сломать заборчик. Так, и надо уезжать, чтобы меня на тут не поймали на трассе. И не уехали. Так, и снова Вольво, смотри. Снова Вольво. Так, ну я не знаю, с первым уровнем ехать. А можно вот, смотри, чувака поймать. Стой. А, это Макан. Ну ладно, они там друг с другом. И куда они сейчас? Туда же, да, поедут? Прямо. Да. Все, супер. Вон, смотри, чувак есть. Заинтересуется он? Нет, мной? Как вы думаете? Что-то не особо заинтересовался.
А, там гонка с кем-то началась, что ли, у него. Так, ладно, по зоне... Так, еще сужение идет. Еще сужение идет. Вот опять, смотри, с дропом не везет. От слова совсем. Можно сейчас, в принципе, в другой конец карты уехать. По шоссе ехать. Может, там какая-нибудь семерочка попадется. Мы ее с удовольствием выбьем. Ламборгини Мурсилага. Тем временем уже. В катке есть. Xbox на пятерке, а я на Volvo. Третьего уровня. Да. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Мой клиент. Ну, вполне, да, неплохо будет до пятерки апнуться, но подожди. Чтобы до пятерки апнуться, нужно еще, так сказать, победить. Так, ну тут, наверное, лучше будет просто тут ехать, потому что... До шоссе доезжать, это время потеряю, а он уже меня обгоняет. Такая себе история, конечно. Неужели снова отличу? Смотри. Вот третий уровень, смотри, с пятым едет просто наравне. Даже обгонять я начал. Аккуратно. За ним поедем, за ним поедем. Да-да. Что-то не туда едешь. Он, видимо, назад смотрел. Удачи пожелаем. Он старался. Но все-таки, смотри, повезло, да? Это... А, стой, еще не повезло. Еще вообще не повезло. Стой, 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 стой. Я думал, ближе финиш. Я на метр не посмотрел. Аккуратно. Нормально. Так, пятерка. Мазерати Леванте. Автомобиль хороший. Так, там дроп есть, смотри. Так, естественно, берем Мазерати. Никакого мини-GSV баги. Хорошо, кстати, получается, что поехал с Мазерати, а то... На четвертом уровне я бы столкнулся с проблемой, скажем так. Так, давай дроп посмотрим, мало ли тут шестерочка валяется. Шестерочка сейчас будет просто поувереннее ехать. Кватро. Так, и здесь. А еще может надо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там кто-то быстрый. Догоняет. Каррера. Смотри, сейчас его просто заманиваем. А, я понял. Заманили. Ну, супер, что я могу сказать. Фух. Ну, я, конечно, постараюсь, друзья, но ничего не обещаю. Вообще ничего не обещаю. Аккуратно. Ну, друзья, как думаете, скилл или везение? Как думаете, скилл или везение? Вот реально. Скажите. Ну так, просто на скидку. Фух. Окей. Апнулись. Чуть-чуть. Так, там кто? А, это S1. Все, фух. Подожди. Надо как-то передохнуть. Просто после таких ситуаций я обычно отлетаю, типа, от четвертого уровня, да? Поэтому давай-ка поаккуратней. Лучше мне немножечко, наверное, чуть-чуть похолдить. Вот буквально даже не сколько похолдить, сколько реально покататься одному. Ну, в плане, я имею в виду, халдить, это типа стоять же, а я ездить буду. Десяточку, может быть, надыбаем, но попозже. Реально, чтобы не рисковать. Хоть я еду сейчас к соперникам, но... Я-то сказать еду... Понял.
Не хочет он, нет? Погоняться. Что-то не хочет, смотри. Уезжает как будто. Ну, я тоже не хочу. Я хочу по трассе поездить. Просто, а то реально сейчас какие-нибудь ошибки допустить будет обидно. Обидно будет. Смелый, смелый, смотри. Сам к девятке полез. Сам полез к девятому уровню. Подожди, тут аккуратно. Так, ну в общем все. Наверное, все-таки это победа, если сейчас аккуратненько все сделаю. И мне никто не будет мешать. Аккуратно. Фух. Вот сейчас я бы точно бы постоял, друзья, вот реально, потому что, ну, есть у меня вот эта вот привычка допускать какие-то глупейшие ошибки. Чё ты сигналишь на комара своем, а? Сигналит еще, смотри. Выбить хочешь? Ну поехали. Выбивать будешь. Не хочешь, смотри. Он, кстати, сейчас мог на самом деле меня очень поймать нехорошо, но он не стал этого делать. Спасибо ему на этом большое. Фух, поедет он ко мне, нет? Просто гонка-то, в общем-то, будет просто по прямой, вот куда-то сюда. Поедет, нет? Смотри, не поехал. 8 человек осталось, кстати. Он сам захотел, но просто по нему было видно, что он хочет, поэтому поехали. Чё уж поделаешь. Придется выбить. Прости, не хотел, правда. В принципе, мне не нужна была эта гонка. Тихо. Испугался. Я думал, по мнешке пойдет. Просто один залетел, я думал, второй тоже залетит. Ну ладно. Центнарио лучше тут оставить, потому что фунтик это, ну, реально что-то с чем-то не очень хорошее для этой зоны. Вот, а на Центнарио тут по дороге вполне будет хорошо. Так, теперь я лучше тут постою, подожди. Ну реально, я на аккурате играю сегодня. Потому что я хочу все-таки показать вам какой-то финал интересный. Ну, победный в плане, хотя бы один. Вот он, смотри, он далеко заезжает, он все, скорее всего, ко мне поедет. Я уверен в этом. Так, ГТР. И что он делать будет, подожди. Я к нему прям так не поеду, он спереди. Для меня это проигрышная позиция. Смотри, он походу объехать хочет. Сейчас кто кого переиграет, подожди. Он очень хочет со мной погоняться, смотри. Очень хочет. Очень хочет со мной погоняться. Но нет, тут уже последняя зона, мы не успеем. Так, поехали на Центнарио. Ну, давай в 29 выезжать. Да, все-таки, наверное, надо в 28. Логичнее будет. Правильнее. Правильнее в 28 будет выезжать. Ой, в 30.
30, да. Или подожди. По-моему, да, в 30 лучше. Поедет он, нет? Ну поехал, смотри, шарит пацан. Так, все, поехали. В конец зоны и будем стартовать. Вот где-то уже пора. Не знаю, что они там стоят. Блин, я запоздал. Ну ё-моё, с этими разворотами своими. Так, секунду. Подожди, лучше сюда. Все, окей, финиш на пирамидах. Поэтому мы тут сейчас аккуратненько проезжаем. За пирамидами, за пирамидами. Все, окей, за пирамидами сворачиваем, и все у нас будет хорошо. Главное аккуратность и не торопиться. Догоняет, смотри. Рано, рано, рано выехал. Вот сейчас можно. Что-то какие-то проблемы у него там возникли, но смотри, и финал забираем. Топ-1. Победа. Фух. Фух. Так, ну что, друзья. Давайте, наверное, на этом и закончим, а то я постоянно после одной победы еду в следующую катку, и там творится какая-нибудь фигня. Поэтому я думаю, я лучше закончу на хорошей ноте. Поэтому, друзья, суть, конечно, как всегда, вам. Понравилось вам, не понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайки. Мне будет это очень приятно, меня это будет мотивировать выпускать новые видео по Forza Horizon 5, режиму вышибала и не только. Поэтому все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока.